Я поручал администрации с участием общественности проработать данный вопрос и предложить механизм его решения. Ну, почему с участием общественности? Многие говорят, вот Лукашенко тут уже страной не управляет, не то Путин, не то силовики управляют страной. Я уже на эту тему как-то отзывался, еще раз хочу подчеркнуть. Я выполняю свои обязанности согласно Конституции нашей страны. Как управлял страной, так и управляю. Что касается силовиков, согласитесь, что они свою роль в 2020 году сыграли. Они тогда меня не подвели в целом. Косяки были у каждого и так далее. Но в целом они выполняли четко поставленные перед ними задачи. Они знают, я тоже знаю, что произошло и как мы противостояли этому процессу. Каждую минуту, каждую секунду я был в теме, отдавал соответствующее распоряжение, и силовые подразделения не оступились, не отступили и нигде, по большому счету, не провалились. Конечно, я сегодня учитываю их мнение. Для меня очень важно мнение моих ребят, которые служат сегодня в спецподразделениях, Альфа, Алмаз, АСАМ, ОМОН, СОБР. Военные люди, которых мы привлекали для того, чтобы навести порядок. Внутренние наши войска, ребята стояли тут насмерть. Конечно, я безмерно их уважаю, отдаю должное и учитываю их мнение.